Более 300 экземпляров с книжных полок библиотеки представили сотрудники читального зала. Экспозиция складывается из различных рубрик: любовная лирика, военная поэзия, стихи бардов, зарубежных поэтов. Кроме этого, на выставке много сборников крымских авторов. Последняя рубрика нашей книжной экспозиции именно отражает наших крымских поэтов, которые писали и говорили о нашем любимом Крыме, Севастополе. Это хорошо известные имена и тех, которые уже ушли, писатели. Это такие, так, Ингеров, там, Тучков, Красовский. Совершенно новые молодые поэты. 80% выставки состоит из современной литературы. В том числе подарки севастопольских и крымских авторов, рассказывает Наталья Сафаргалиева. На этой экспозиции не представлены старинные книги. Упор решили сделать на новые издания. Также в отдельную рубрику выделили женскую поэзию. Дается краткая биография поэтесс. Там есть как раз женская поэзия, поэтесс. И самая лучшая поэзия их представлена. Потом два сборника, очень интересно, шедевры любовной русской поэзии, шедевры зарубежной поэзии. Экспозицию может посмотреть любой желающий. Выставка продлится до 25 марта. Рената Малышева, Виктор Кислицын, программа «Наше время».